Христос воскрес! Воистину воскрес! Воскресение Христово – одно из самых таинственных и величественных событий в истории жизни, ибо это событие знаменует победу жизни над смертью. Человеку свойственно сомневаться. И апостолы, которые столько времени провели рядом со Христом, которые слышали о том, что должно быть, но когда случилось, они испугались. Они спрятались страху ради иудейского. И вот интересно, два человека, Иосиф Аримафейский и Никодим, о них ничего не говорится до того, как они пришли к Христу просить тело Иисуса, и после ничего. И мы об этом тоже ничего не знаем. И апостолы, получившие благодать Духа Святого, пошли и проповедовали всему миру о воскресении Христова. Но я вновь хочу вернуться к вере. Как это таинственно, как это парадоксально звучит. Еще неверующим им, и вместе с тем чудящимся от радости. То есть сомнения не только у нас сами бывают. И у апостолов были сомнения, но была внутренняя радость и надежда, что несмотря ни на что, сбудется то, что он сказал. И вот эти слова как нельзя лучше передают состояние верующего человека, который во всей своей полноте не может вот так с уверенностью всегда жить в вере. Приходят сомнения, приходят соблазны, и человек преодолевает это. Но самое главное, чтобы была всегда вот эта радость, чудящимся им от радости. Как замечательно где-то у Пушкина сказано, для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Но эти надежды тревожат нас всегда. И вот эти слова пусть будут для нас утешением, еще не верующим нам, но чудящимся от радости. Они вдохновляют, они укрепляют, они нас делают сильнее, честнее пред Богом. И поможет нам Господь жить вот в этой радости, предвосхищая воскресение будущего века. Аминь. Христос воскресе!